Всем привет! И сегодня опять с вами Аленка на своем канале «Наша жизнь Германии». Ну, во-первых, хочу сказать большое-большое спасибо за все-все поздравления. Все мы прочитали, все я передала и Артемке, и родителям. Все ваши прекрасные, теплые, искренние поздравления. Спасибо вам за это большое. Ну, а у нас 2 дня выходных. Я отлежалась немножко. Спина у меня так и болит. Во вторник поеду опять к врачу. Опять буду просить укол, потому что укол отошел, и боль осталась опять та же. Но все равно потихоньку тут и родители дали вайнбранд какой-то, значит, с ментолом. Мажу спину. И сосед посоветовал смородину черную пить, значит, ягоду разводить в воде, запаривать пить. Ну, короче, пью все, что дают. Значит, лечусь всем, чем могу, потому что мне осталась 1 неделя всего, мне нужно выходить на работу. Ну, а пока у меня еще боли сильные и спина болит. Обтянулась вся бандажом. И хочу, обещала ребятишкам, сделать пельмени. Константин будет катать, Константин будет все делать, а я только усядусь потихонечку и буду пельмешки без спешки лепить, как я это люблю. Ну вот, мои хорошие, сейчас я вам покажу. Я уже сделала тесто, замесила. Все в термомиксе. Сейчас маленько постоит. Хорошо, что есть посуда, что не надо напрягаться. Не надо ничего делать. И сейчас вот я лучок почищу, все сделаю, разобью его и сделаю фаршик. И начнем лепить пельмешки. Так что, мои хорошие, не теряйтесь, будьте со мной на связи, работайте со мной, смотрите видео в унисон, и будет нам мир и благодать. А что еще нам нужно для полного счастья? Я очень рада, что у меня есть. Что вы активны, что вы подписываетесь, что вы меня смотрите. Спасибо вам за это большое. Ну что, поехали. И все по очереди. Где будем говорить, где будем слушать музыку. Короче, все как обычно. Как будет, так и будет. Поехали. Вот такая у меня кашица. Сейчас мы сразу лучок поперчим, чтобы вместе с луком нам и перчик достался. И все вываливаем в мяско. Ну и все перемешиваем. Родители нам купили фарш свежий, и поэтому мы не стали его замораживать даже. Решили сделать пельмени. Пока все по-свежему. Знаете, перемороженный фарш, сами понимаете. Там и вода, там и привкус уже послевкусие совсем другое. Уже все совсем другое. Родители дали 2 пакета грибов свежих. Одни опята, одни белый гриб, уже переваренный. Папа покупает нам всегда фарш. Ребрышки покупает на суп. Яблок вон сколько дали.
Полное это яблоко у нас родители дали. Ну, короче, приехали вчера от родителей. Все затаренные. А это вот остался фарш у меня лежал. Он уже, конечно, не тот, не той свежести. Уже все совсем другое. Но, может быть, котлеты или тефтели сделаю, или паприку пофарширую. Что-нибудь такое, чем перебить, да, можно привкус. Когда полежит фарш, уже совсем другой. Ну, раз уж мешу, замешиваю, как по-русски сказать правильно, то уже надо сделать сразу все. Уже один раз руки запачкать. Ну и вот наш фарш готов. В лучке уже водичечка была немножко. Поэтому сейчас настоится и пойдем делать в зал пельмешки. Вот Константин пекарь. Тесто нам уже замешивает. Пекаришка. Ага, раскатывает. Какой-то неровный пласт получился. Да ничего. Всего рот. А какая разница, ровный он или неровный? Сильнее, еще сильнее раскатывает. Больше? Конечно. Мы же не тесто собираемся есть. Так совсем тонкое будет? Нет, не совсем. Это обманчивая пленка. Ну, наверное, хватит. А? Ну, может, хватит, давай. Тут вообще муска прилипла. Пельмени будут просвечивать. Я, нормальные. Да? Я или ты? Ты. Я-то не умею. Учись, мой мальчик. На свете. Два раза не умирать? Два раза не умирать. Ничто нас в жизни не может вышибить из седла. Такая уж поговорка у майора была, да? Угу. Сын артиллериста стихотворение. Вот у нас Артемова читал, да, это стихотворение в детстве. Сколько ему лет было, я не знаю даже. Он уже все это стихотворение знал наизусть. Мы ревом ревели и слушали это стихотворение. Все наши родственники знали это стихотворение тоже вместе с ним наизусть. А еще стихотворение знал «Черничная царица». Ну, там как раз Казик, да, был тоже интересный. Все наизусть знал пацан. Все стихи. Поэтому сейчас умный. Но поэтому говорят же, что в детстве положишь, то потом оттуда возьмешь. С головы, я считаю. Говорю про голову. Поэтому и сейчас он у нас такой разумный и умный. Столько учил. Столько законов, 4 тома только законов, всяких разных, дипломные работы, все на свете писал. Вообще мальчишка, молодец. Но вчера я уже показала вам, какой был праздник большой. Все официально, на высшем уровне. Вообще, конечно, народу было море. Там можно было и бабушек, и дедушек всех приглашать, родственников. Кто с цветами, кто без цветов. Ну, в основном без цветов. Как-то у них так не принято цветы дарить. Но были с цветами. Были с цветами, девчонки были с цветами. Подружки проходили мимо, наряженные с цветами. Кто с кем дружит, наверное, потом девочкам или мальчикам, может, дарили. Ну, так. Хорошо получилось.
Ты кота эту стряпаешь? Ага. Придумал. А сколько меня хватит вот так посидеть? Ляжешь, тебе туда под кровать подкатим. Будешь лежа пельмени делать. Музыку включить. Ютуб блокирует потом все видео. Все в авторских правах. Сейчас спою. Защищено. Ну, сейчас Костя будет нам петь песни. Сейчас сами споем. Что нам еще делать? Только песни осталось петь. Как-то я вам обещала под гитару песни спеть. Но Константин наш, наверное, уже не берет гитару. И тихим голосом не поет, да? Наш Константин берет гитару и тихим голосом поет. А мы что-то уже ни хера не поем. Отпели. Свое время. Старые стали. Угу, старые. Все запрещено. Поэтому уже и петь не сильно хочется. Уже скоро разговаривать забудем как. Домой приходишь с работы, поел спать. Не до разговоров тут. Детей увидел, спросил, как жизнь, как уроки. И спать. Вот, дожились. Вот только на выходных и встречаемся, и то, кто куда. Кто к друзьям, кто к подругам, тоже хочется. Тоже эта школа замуштровала всех постоянно. О школе думать, об учебе, о работе. Неинтересная жизнь стала. Раньше как-то дети все успевали. И побегать, и попрыгать. И в лапту, и в скалки, и в догонялки, и в волейбол, и в баскетбол. Но во что мы только не играли. Ой, сейчас никто ни во что не играет. Не знаю, может, кто играет. Но что-то в нашем окружении. Все сидят в интернетах, в компьютерах. Они лучше в ТикТоке посидят, чем выйдут на улицу и во что-то поиграют. Смотрят, как другие играют. Ну, смотрят, как другие играют, наблюдают. В ТикТоке. Ну вот, одна заготовочка у нас есть. Максимка уже ждет. Уже хочет пельмени. Сейчас мы состряпаем ему и наварим. А эти все в холодильник, в морозилочку. Побежали пельмешки. Без спешки. А Константин на две. Константин по новой будет нам раскатывать. И что ты, блин, раскатал? Да. Разошелся. Не сильно и большой. Надо в эту сторону, чтобы я видел, где. Ой, что ж у тебя так все грязно-то, Константин? Что ж ты так все гри... Вот так у меня летает все вокруг. Все летает у тебя. Все вокруг летает. Угу.
Ничего, ты сегодня раскатал. Тонко? Просматривается. Ты говорила, толстый не делай. Просматривается палец. Будут есть. Будут есть мясо, а не тесто. Угу. Сильно много муки сыпешь. Хорошо. Нет, не хорошо. Они потом не лепятся. С мукой они должны еще лучше слипаться, как нет, всегда говорили. Нет, с мукой они не слипаются. Можешь даже не спорить. А если мало муки, тогда к столу прилипает. Нет, не прилипает. Когда раскатываешь. Ничего. Все в муке. Зачем столько муки-то сыпать, я не могу понять. Чтоб не прилипало к этой резинке. Она не прилипает, Константин. Прилипает. Кого ты лечишь? Ага. Ага. Как будто я не знаю. Как будто ты не знаешь. В том-то и дело, что ты не знаешь. Потом все в этой сране, которая налипла уже туда. И ты рассказываешь потом по ней по новой. Бесполезно с тобой разговаривать. В следующий раз посмотришь, посмотрю. Сделаю по-твоему, посмотришь, как будет выглядеть. Не знаешь, на какую сторону лучше перевернуть пельмень, чтобы его слепить. Сгибаешь, а он не лепится. Вон он, разлепляется весь. Как мне говорили все в детстве, что с мукой потом лучше слепляться. С мукой потом слепляется. Чтоб у тебя не перелепились, а не вы сыпите муку. Они слиплись между собой, ты мешал? Да. Мы так в жизни дома не делали. Столько муки. У вас что, с мукой было богатство? Что не могу понять. Не знаю. Мешками стоял. Угу. Угу. Кило много. Где вы его брали, блин? Хомуха. Муку. Наверное, в магазине. Угу. Мешками покупали. Не знаю, у меня вот всю лицо даже не хватает еще, чтобы сюда положить. Столько муки в руках держи. Прям заворачиваю, мука падает в этот фарш. Где у тебя слепляется? Это мой, что ли? Ну, а чей? Твоя такая лепешка. Да. Где у тебя слепляется, скажи мне? Не знаю. Не знаешь? Сейчас слепилась. Тогда не говори, если не знаешь. Ты не снимаешь? Снимаю. Нет. Нет? Времени не видно. Ну-ка, нажми, попробуй. Вот когда нажимаешь, тогда она идет. Вот так я нажимал? Нет, она так не шла, Константин, не спорь. Ну вот наш еще один поддончик готов. А Константин все. Техникер наш. А я встать не смогу. Не сможешь, значит, ставь пока пельмени. На столе без них вставай. Угу. Вот я так и делал. Нет, не делал. А ты...